Новогодние подарки. Настало время лучших моментов недели в Единой Лиге ВТБ по версии FunBet. Поехали! Год новый, развлечения старые. Антон Пушков с первым данком наступившего года. Добро пожаловать в 2021! Мантас Колниетис преподнес Реджи Линчу новогодний подарок. Сюрпризом для американца он не стал. Гигант выловил мяч над кольцом и эффектно завершил алиуп. Кто сказал, что эра больших завершена? А что насчет очень больших? Крис Кумаджи из Автодора, 224 сантиметра ярости. Мощнейший данк. Лежащих не бьют. У Акара Уайта на этот счет другое мнение. Вколотил роскошный данк в кольцо Автодора. Никакой пощады. Никита Курбанов врывается в Новый год и не с пустыми руками. Никола Милутинов снабдил его мячом. Курбанов сделал остальное. Отличное открывание, атлетичный данк. Тайос Бэтл хотел забить «Зениту» под сирену. Антон Пушков не простил ему такого неуважения. Центровой сине-бело-голубых на страже кольца. Звонкий блокшот. Разгромная победа. Любимая комбинация «Химок» — Швед на Букера. Осечек тут не бывает. Алексей Швед отправил в полет Дэвина Букера. Американский ас завершит алиупы с закрытыми глазами. Не пытайтесь его остановить. Не пропустите новогодние скидки. Конкретно это Евгения Бабурина на Александра Гавриловича. Французский центровой мощно вколотил сверху. Антон Квитковских освоил телепортацию от своего кольца до чужого за считанные секунды. Форвард Автодора недолго думал, как завершить быстрый отрыв, и отправил на постер Дмитрия Узинского. И автором лучшего момента недели становится центровой «Химок» Дэвин Букер. Нет предела совершенства, это про Букера и алиупы. Поймал мяч одной рукой, переложил его и забил сверху двумя. Невероятный атлетизм.